Открытое небо над головой, улыбки на лицах людей, свободная страна. Все это благодаря им, людям, которые отдали за победу самое дорогое – жизнь. Более 80 воинов, которые умерли от ран в госпиталях Чувашии, нашли последнее пристанище в братской могиле на кладбище по улице Богдана Хмельницкого в столице республики. Дорогой ценой ковалась победа. 106 тысяч наших земляков не вернулось с фронта. 80 героев Советского Союза дала чувашская земля. Бессмертной славой овеяны подвиги наших фронтовиков. Мы помним и подвиги тружеников тыла, которые беспримерным трудом приближали победу. Никто не забыт, ничто не забыто. В наших сердцах благодарность поколению победителей, которые спасли мир от нацизма и сохранили независимость нашей Родины. 70 лет назад над Россией отгремели победные залпы салюта. В священной войне участвовала пятая часть населения нашей республики. Эта победа, она, как говорится, на всю жизнь. Как же без этой победы бы и вас не было, и нас бы уже до сих пор не было. Вот так это. Мы сохранили нацию, Россию сохранили. Почтим их память минутой молчания. Главными действующими лицами торжественного митинга были, конечно, ветераны войны и труда. В одном ряду с ними сегодня школьники. Ведь любовь к родине и преданность своему отечеству необходимо воспитывать с детства. В моей жизни это мероприятие очень важно. Мой дедушка служил, был в сухопутных войсках, в пехоте. Поэтому я очень чту этот праздник, очень жду. И наш праздник семейный. Для патриотизма, для поднятия духа. Для патриотизма, чтобы наши дети знали, не забывали, что есть такой праздник, что наши предки сложили головы для того, чтобы мы жили мирно, под чистым небом. Как оказалось, на торжественной встрече присутствовали и гости из других республик. Например, Нина Тимофеевна Зотова. Она вместе со своей племянницей Людмилой специально приехала в столицу Чувашии из Башкирии. Все потому, что совсем недавно женщина нашла в списке воинов Красной Армии, умерших в госпиталях Чувашии, имя своего отца. Он погиб в 44-м году, 5 мая, в госпитале 3056. Здесь был госпиталь эвакуированный. Вот мы нашли, за долгие годы искали, конечно, нашли. И вот приехали специально поклониться, захоронению. Уже нас, детей войны-то уже многие ушли из жизни. Осталось не так много. Детей войны-то осталось совсем мало ведь. И вот некоторые до сих пор ищут своих родственников, ненайденных. Погибших или пропавших без вести, ищут. Но я рада, что я нашла хотя бы, где он захоронен. Нет слов при виде братской могилы. Мы помним вечную славу нашим героям. И чтобы поколение наше помнило об этом. И всегда знало, какой ценой, какой кровью досталась эта победа. В завершении митинга белые голуби в чистом голубом небе, как символ вечного мира. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня прошла городская акция «Урок Победы». Одновременно во всех школах города волонтеры рассказывали о грандиозных битвах, сыгравших переломную роль в войне. Вспоминали ветеранов. На необычном уроке побывала и наша съемочная группа.
Ученики кадетской школы номер 14 старательно выводят каждое слово на листе бумаги. Они пишут поздравления самым дорогим жителям нашей республики, ветеранам Великой Отечественной войны. В рамках урока Победы школьники рассказывали о подвигах своих дедов и прадедов. Рисовали тематические стенгазеты, изучали исторические страницы военных лет. А студенты-волонтеры помогали им в этом. Мышеклассник Боря Шамитов прочитал стихотворение про войну. Что может быть страшнее, чем война? Лишь слезы да страдания несет она. И счастье разбирает у людей, любимых разлучая и друзей. Мы, молодое поколение, чтим память павших в Великой Отечественной войне. Такие патриотические уроки проводятся постоянно. Но в этом году одновременно во всех школах Чебоксар они прошли впервые. В этом году это особые уроки. Уроки, которые ознаменованы большим-большим юбилеем. Сегодня очень большое внимание в нашем городе уделяется патриотическому воспитанию детей и кадет. Наши кадеты будут участвовать в параде Победы. Состоялось очень много различных мероприятий. Это и посадка деревьев с ветеранами, это встречи с ветеранами в классах. Уроки памяти тоже войдут в историю. Их будут вспоминать уже дети нынешних школьников. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Республика. Символ мужества и мира. Сегодня в деревне Асаново Комсомольского района открылся мемориал воинам-освободителям. Для местных жителей это долгожданный праздник. Средства на строительство памятника собирали методом НИМЕ. В торжественной церемонии принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. На главной улице деревни Асаново словно оживают строки из стихов Расула Гамзатова. Тянутся ввысь белые журавли, а рядом горит вечный огонь. Мемориал увековечит память о солдатах-освободителях, уроженцах этих мест. В списках более 400 имен, многие из них погибли на войне. Меня изумило то, что погибшие, там самый старший, это моложе меня. А в основном это 20, 21, 22, 23-летние ребята, которые не вернулись с войны. И вот, проникшись этой идеей, мы думали, и нашлась идея, значит, на стихи Расула Гамзатова, которая перелегла на песню «Журавли», вот воссоздать такой памятник. Это звезда, разорвавшаяся, и души тех солдат, ну, как в песне поется. Никто не забыт. Чтобы узнать имена всех односельчан, призванных отсюда на фронт, жители Асаново даже обращались в архивы Москвы. Была проведена огромная работа. Собирал там через военкомат, через интернет, через архивы, через книги памяти там все собирал. И нашел еще 15 человек, не меньше 15 человек погибших. Дополнение в списку, что было в памяти, и 40 с лишним человек живых, которые не были в списке. На строительство мемориала средства собирали всем миром. Жители и спонсоры внесли в общую копилку более 1 миллиона рублей. Изготовили памятник безвозмездно на одном из заводов республики. Реализовать проект удалось за год. Открытие мемориала для его жителей по-настоящему большой праздник. Мы должны хранить память о подвиге нашего народа, о героизме нашего народа. Каждая семья в каждом населенном пункте потерпел невосполнимую утрату. Я благодарен всем тем организаторам, которые участвовали в сборе благотворительных финансовых средств. Благодарен инициаторам данного проекта. И то, что мы открываем на самом деле в канун празднование Дня Победы, 70-летия Великой Отечественной войны, это имеет огромное значение. В ближайшее время территорию мемориала планируют благоустроить, разбить цветочные клумбы. Внесли свой вклад в общее дело и почетные гости. Сегодня они посадили здесь голубые ели. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Правительство Чувашии сегодня обсуждало бюджет нынешнего года. 3 560 000 000 рублей. На такую сумму по доходам увеличился бюджет республики на нынешний год. В основном за счет безвозмездных федеральных инвестиций. 1 385 000 000 рублей – это на поддержку агропромышленного комплекса.
в том числе 125,7 миллиона рублей на развитие сельских территорий, в том числе на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 8,7 миллионов рублей. Более 620 миллионов выделили на поддержку здравоохранения. Из них 347 миллионов на выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Также средства поступили на модернизацию системы дошкольного образования, строительство детских садов, поддержку культуры, физкультуры и спорта и внутреннего туризма в республике. Кроме того, на реконструкцию объектов инфраструктуры, водопроводных, канализационных сетей и очистных сооружений 285 миллионов рублей получит Канаш как моногород. Теперь главное выполнить условия софинансирование по федеральным программам, отметил председатель правительства Иван Моторин. Глава Чувашии подчеркнул, дополнительные федеральные инвестиции пришли, и сейчас важно эффективно по целевому назначению перечислять средства и тщательно контролировать их использование. С учетом этих изменений параметры бюджета на 2015 год следующие: по доходам 36 миллиардов 928 миллионов рублей, по расходам 40 миллиардов 982 миллиона рублей. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. После заседания правительства председатель кабинета министров Иван Моторин успел посмотреть, как идет реконструкция завода «Керамика», ознакомиться с технологической линией по производству клинкерной плитки. Вместе с ним по объектам ездила и наша съемочная группа. Первым делом председатель кабинета министров отправился на завод по производству санитарно-технических изделий в Новочебоксарск. Осмотрели участок литья санитарной керамики и глазуровки санитарной плитки. У нас в Чувашской республике было реализовано два инвестиционных проекта. Первый из них – это строительство завода по производству акриловых ванн и склада в Новочебоксарске, улица Промышленная. Сейчас завод работает и выпускает около 40 тысяч акриловых ванн в год. Второй проект – это модернизация завода по производству фаянсовой продукции. На заводе «Керамика» трудится более 900 человек. Еще в конце 2014 года введен в эксплуатацию проект по реконструкции предприятия. В нем предусматривается выпуск санитарно-технических изделий мощностью производства 2 миллиона изделий в год. Сейчас «Керамика» осваивает новое оборудование. Что касается эко-клинкера, то сегодня предприятие реализует сразу три инвестиционных проекта. Мы фактически на тот момент, когда слова импортозамещения еще не было, вот первоначально задумали и запланировали вот эту клинкерную плитку, которую Россия еще никто не выпускал. Мы сразу свою нишу нашли. Не главное же произвести, главное продать. Поэтому мы пошли дальше. Следующий проект, это то, что вы видели, только что обходили, это производство клинкерной брусчатки и кирпича. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Завтра, 9 мая, в Мемориальном парке Победы пройдет митинг в памяти павших в Великой Отечественной войне. Цветы и венки принесут к вечному огню, который горит у монумента воинской славы ровно 35 лет. О том, как отмечали День Победы до 1980 года, почему памятник поставили на краю обрыва, а не перед Домом культуры, как планировалось, чей образ использовался для фигуры матери и кто организовал весь процесс создания и установки композиции в нашем спецрепортаже. Это сейчас огонь на братской могиле раненых, умерших в госпиталях Чебоксар в годы войны и похороненных на кладбище по улице Богдана Хмельницкого, зажигают лишь в канун 9 мая. А раньше он горел постоянно. Именно здесь, на маленькой площадке, проводили памятные мероприятия. Надо заметить, в послевоенные годы они были не очень торжественными и многолюдными. Но в начале 70-х, когда День Победы превратился поистине во всенародный праздник, с торжественным прохождением ветеранов, гарнизона, юноармейцев, стало ясно, Чебоксарам нужен настоящий памятник. Заказать его решили московскому скульптору Давиду Народицкому. Народицкий даже набросал эскиз. Перед Дворцом культуры текстильщиков 25-метровая композиция. Женщина склонилась над раненым солдатом и держит его голову на своих коленях. Но чуваши решили, что не стоит трактовать образ столь буквально. К тому же вспомнили, что Народицкий уже создал для Чебоксар памятник Ивану Яковлеву. И неплохо было бы разнообразить стилистику. В общем, разработку композиции поручили скульптору Александру Щербакову. Тоже москвич, он отнесся к делу со всей серьезностью. Затребовал модель в настоящем чувашском костюме. Из Чебоксар командировали актрису у театра Анфису Смелову. Целую неделю она простояла в мастерской в наряде, который собрали по музеям и костюмерным. В Сурбане, например, Анфиса Ивановна выходила на сцену более 20 лет. Дочь Александра Щербакова вспоминала. Ну, она очень добросовестно работала. Прям стала как памятник. Я говорю, можно прям так отформовать и готовый памятник. Очень. Ну, чувствовала, что она все-таки артистка и умеет себя подать.
принимать эскиз в глине, в Москву отправилась целая делегация партийных и советских работников. Памятник всем понравился. Вы знаете, честно скажу, у меня слезы потекли в память тех людей, которые погибли. Не только республика, вся страна практически, сколько людей погибло. И поэтому мне чувство такое было внутреннее, ну, человеческое чувство. После того, как эскиз утвердили, его отправили в Ленинград на отливку. Одновременно в Чебоксарах закипела работа по обустройству площадки под памятник. Архитектор Захаров, едва увидев Косогор, решил, монумент должен стоять здесь и только здесь, чтобы его видели не только жители города, но и все проплывающие по Волге. Очень много было работы, потому что, вы посмотрите, там откос какой. И надо было выровнять на уровне Ивана Франко, надо было выровнять полностью вот эту площадь, огромную площадь. И поэтому нам приходилось работать и днем и ночью с водителями, везти песок. Я не знаю, сколько тысяч тонн сюда песка навезли, поскольку вот выровнять все это расстояние, да еще холм надо было делать. Когда приехали архитекторы и скульпторы сюда, они однозначно сказали, только здесь. Но в то же время здесь, чтобы откос, все-таки вы видите, земля ползет чуть-чуть, чтобы такого откоса не было для кургана, сваи, 12 свай, до сих пор помню, 24-метровые, вот стоит памятник вот на этих сваях. Сваи, поскольку вбиты очень далеко, я думаю, что памятник долго будет стоять, 35 лет простоял, я думаю, что еще все 100 лет будет стоять этот монумент. Торжественное открытие памятника и вечного огня состоялось 9 мая 1980 года. Это была последняя работа скульптора Александра Щербакова. Спустя месяц он ушел из жизни. А монумент славы остался, в том числе и в память об авторе, талантливом человеке и участнике Великой Отечественной войны. Елена Гальперина, Расиль Мухаметов, Республика. В столице Чувашии состоялся автопробег, посвященный Дню Победы. Подробности в следующем материале. Георгиевские ленточки, голубь мира, российские флаги, наклейки с символикой Великой Победы. Так подошли к оформлению своих автомобилей участники автопробега. В нем приняли участие около 30 автолюбителей. Алексей Дмитриев участвует в таком патриотическом заезде впервые. За два дня он раскрасил своего железного коня в цвета георгиевского флага и украсил тематическими наклейками. Ну, День Победы, тем более 70 лет, один раз в жизни, как говорится, можно постараться. Как-то еще больше выделиться, проявить себя. 9 мая очень великий и очень знаменательный праздник для нашей страны. В знак благодарности как бы, за их подвиг, за их труд великий. Как бы, ну, что в моих силах, как бы, стараемся как-то сделать им радость. Некоторые автовладельцы и одели соответствующие. Ну, мы должны показать свое отношение к нашей победе, которая была завоевана нашими дедами в те тяжелые годы. Мы ценим нашу победу. Красная площадь, парк 500-летия Чебоксар, ДК «Салют», ДК «Тракторостроителей». Маршрут проложили через всю столицу республики. Подобные автопробеги в Чебоксарах проводятся постоянно. Ну, основная цель автопробега – это как раз, да, привлечь внимание, чтобы люди увидели, что есть такой у нас замечательный праздник. Не забывали своих дедов, отцов, прадедов. Почитали, уважали. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Накануне Дня Победы по всей республике проходят памятные мероприятия. Каждое учреждение, каждая организация считает своим долгом отдать дань тем, кто воевал. Например, волжский филиал МАДИ и МВД по Чувашии провели автопробег «Эстафета памяти». Церемония завершения автопробега прошла в мемориальном комплексе «Победа». Автоакция «Эстафеты памяти» стартовала 27 апреля. За эти дни студенты и педагоги высшего учебного заведения на 12 машинах проехали по всем районам республики. Посетили памятные мемориалы. В ходе акции молодые люди встретились с 60 ветеранами войны и тружениками тыла. А их воспоминания о самой кровопролитной войне были внесены в книгу памяти. Кроме того, участники автопробега агитировали за безопасность дорожного движения и соблюдение ПДД. В завершении акции участники вместе с гостями возложили цветы к вечному огню. А пожарные открыли мемориальную доску в память о сотрудниках пожарной части номер 1, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из этой части на фронт ушли 12 человек, 9 погибли. Открыл доску труженик тыла Михаил Федоров. Сотрудники налоговой инспекции организовали конкурс патриотической песни.
Сегодня на этом конкурсе нам предстоит выбрать два лучших номера в номинации «Соло» и «Вокальный ансамбль», которые будут достойно представлять нашу республику в Приволжском федеральном округе, а в дальнейшем очень хочется надеяться и Федеральной налоговой службе на всероссийском конкурсе. Конкурс песни «Нам этот мир завещано беречь» проводился в нескольких номинациях: «Соло», «Вокальный ансамбль» и «Приз зрительских симпатий». Лучшими стали налоговики столицы Чувашии и Чебоксар. В республике завершается работа над международным проектом «Читаем на РСПИ». Знаменитую поэму Константина Иванова разделили на небольшие отрывки, которые читают люди со всего мира. Сегодня к ним присоединились и сотрудники Национального телевидения Чувашии. «Ты не рвись, душа живая, кони трогаются в путь, как от сердца отрывая все, что мило, не вздохнуть. И когда, свернув с дороги, поезд свадебный исчез, долго-долго, как в тревоге, громыхал дремучий лес». Телеведущие, артисты, писатели и просто те, кто хочет выразить свое отношение к творчеству чувашского поэта. У каждого всего 20 строк, чтобы передать настроение главных героев поэмы Константина Иванова на РСПИ. Свой отрывок необходимо снять на камеру, можно непрофессиональную. Главное требование – в кадре должна быть хорошо видна достопримечательность города или даже страны. «Сегодня у нас принимает участие больше 20 стран. В этом проекте примерно 70 человек с различными отрывками. Очень интересные места люди читали. Перу, Новая Зеландия, Австралия, Сидней, Франция, Германия, Испания, Италия, Греция, ГУА, Китай. Очень много кто принял участие». Проект «Читаем на РСПИ» – детище Национальной библиотеки Чувашской республики. Он состоит из двух частей. Поэма на РСПИ переведена на многие языки. И мы решили как можно больше людей познакомить с творчеством Константина Иванова. И выбрали отрывок из главы «Красная девица». Этот отрывок читали на 20 языках. Все выступления будут собраны в два видеофайла. Посмотреть на РСПИ на русском языке и послушать отрывок поэмы на разных языках мира можно будет в интернете, на сайте Национальной библиотеки и Министерства культуры Чувашии. Презентация проекта назначена на 27 мая, день рождения Константина Иванова. Мария Шоклева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, Евгений Анисимов. Республика. Весна и цветы – понятия неразделимы. Именно в это время хочется посадить их как можно больше, чтобы они радовали глаз все летние месяцы. Выращиванием рассады уже почти 7 лет занимается семья Степановых из деревни Ача-Косы Канажского района. Василий и Зинаида Степанова – люди на селе известные. Оба более 40 лет отдали сельскому хозяйству. Зинаида по профессии агроном, так что неудивительно, что все в ее руках растет и цветет. Начинали свой красивый бизнес с практичных овощей – помидоров, огурцов, лука. Себе хватало и на продажу оставалось. А потом что-то в душе перевернулось. С чего начинать? Надо сначала литературу надо изучать, что хочешь, чего хочешь, сколько хочешь, какие семена, на все отечественные, импортные. Вот сначала вот с литературы, бывало, и надо начинать. Почитать надо, книжки пооткрывать надо сначала, потом уж вот. Мы совет, у нас спрашивают, как, когда сеять, чего. Мы уже не очень, возраст у нас не очень молодой. Нам таких секретов уже не надо держать. Нам надо, молодые спрашивают, интересуются. Мы рады, когда молодежь интересуется. Я охотно передаю свой опыт и пользуюсь этим случаем. Хочется передать ветеранам, участникам войны огромный привет, здоровье им. Вот, слезы выступают. Эти две оранжереи – украшения хозяйства Степановых. Муж и жена трудятся здесь с любовью. Иначе как можно вырастить такой цветник? Более 10 сортов рассады – гвоздика, петунья, вербена, бархатцы – все на расхват. В покупателях администрации Канаша и района – частные предприниматели. Сюда всегда приезжают с уверенностью, что найдут все необходимое и отличного качества. Терпение, труд, все перетрут, как говорят. Ну, в общем, надо стараться. Начинаем с февраля месяца сеять. Вот февраль, март, апрель, май реализация, июнь, вот цветов. Выращиваем цветы для озеленения городов и для населения, дач, участков. Уже за 7 лет у нас появились свои покупатели, заказы, специальные заказы. Что закажут, то и выращиваем.
В этом гостеприимном доме всегда хорошее настроение и особая аура. Цветочный ковер, разноцветная палитра – все это создано руками умелых и любящих труд людей. Сюда всегда хочется вернуться. Что касается овощей, то они уже почти созрели в эту раннюю весну. Вот что значит профессиональный подход к делу. Чебоксары-арена. Такое название выбрали жители республики для Ледового дворца, строительство которого завершается в столице Чувашии. В середине апреля на официальном сайте Минспорта Чувашии запустили интернет-опрос, в котором предложили несколько вариантов названия Ледового дворца в Чебоксарах. Посетителям портала предлагалось проголосовать за один из предложенных вариантов названия или же оставить свое предложение. И в продолжение темы спорта. Чувашский филиал Российского союза боевых искусств проводит завтра традиционный легкоатлетический пробег в рамках всероссийской акции «Эстафета Победы». Всех желающих ждут 9 мая в 14 часов около ДК «Хузангая». А в 16 часов на Красной площади состоится показательное выступление спортивных федераций. Такой была предпраздничная пятница глазами корреспондентов национального телевидения. Завтра смотрите на нашем канале прямые трансляции с Мемориального парка Победы и с торжественного митинга на Красной площади. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.